Ну, не рискнул. Он прекрасно понимает, что там может хоть два игрока сидеть его ждать, ставит бомбу. Но здесь уже есть информация у Форзе. У них есть киты, могут идти на ретейк, но Дев предпринимает решение уходить на КТ спаун и ждет оттуда соперников, которые не придут. А его-то в спину прочекают уж точно. И там Джерри, по-моему, должен был видеть, как тот ушел в КТ. Не, мне казалось просто, что он должен был видеть, либо все-таки такой тайминг был, что Джерри на лестницу забирался, не заметил, а там смог дефьюз тем временем. Все, все, ниндзя пошел, ну, конечно, здесь очень сложно было бы дефу, а теперь остается против красного Джерри. Джерри это не может никак здесь начать дефузить бомбу, потому что прекрасно понимает, что смог по нему нашьют, и хедшот не летит, деф, вот это малорик.